стандартных положений. Заброс мяча туда, перевес за 11-метровую отметку. Уже за линией штрафной площади Журавлев мяч подбирает. Возвращает Сорокин. Удар поворотом. Гол. Дубль Сорокина. Дубль Сорокина на 40. Своих нападающих, которые, к сожалению, в той зоне отсутствовали. Смотрите, есть небольшой разрыв между линиями. Если футболисты Сахалина поторопятся, отправляя мяч в штрафную. Журавлев удар поворотом. 1-0. Андрей Сорокин. На первых минутах, в самом начале нашего разговора, мы с вами обсудили претензии Владимира Радкевича к своей команде по итогам предыдущей встречи. Владимир Радкевич. Булатникова слева. Олег ускорился. Дальше по флангу. И вот она передача в штрафную площадь. Сорокин. Егор Чу справа. И выручает Веселов на добивание факела. Для него это четвертый матч. Удар с дальней дистанции. Копа. Легендарная модель, которая, ну, действительно, наверное, с 70-х как раз годов и не менялась. Незыблемая классика. Так, Пашкин, еще одна желтая карточка и быстренько красненькая. Для Балашихи быстрая атака, такая прям с наскока. Контратаки, вот такие быстрые прорывы уважают ребята из ближайшего Подмосковья в этой игре. Еще одна желтая карточка. А по поводу Яна Шанина. 30 лет ему. Со скамейки во втором тайме у Сахалина выходят исключительно бывалые и видавшие виды футболисты. Матрахов 32-летний. 30-летний Шанин. Все-таки, к великому сожалению для Гаврилова, Прилина это как автогол запишет. Сорокин протянул мяч метров 10. В начале второго тайма на поле присутствует. А Виктор Козырев, голкипер Балашихи и, на мой скромный взгляд, главный герой первого тайма. Если бы не он, то Балаших проигрывал бы не 0-1, а, ну, как минимум 0-3. Такой. Отдает советской эпохой. Давно никто за ним особо не следит в календарь. Это вторая подгруппа, как я и сказал. Обе команды не претендуют на повышение в классе. Я так полагаю, что перед стартом этого... Главный пример этому, конечно же, Алахвертов. И может, если в порядке, почему он должен заканчивать? Интересно, сколько еще поиграет этот опытный защитник, которому в нынешнем году будет 43 года. А СК-2 пока в меньшинстве. Путилов может вступить в игру. Ему оказывали помощь. Забинтовали руку. И по всему был против Алании. А уж сыграет или нет, это решит Роман Шаронов. Классная передача. Он центральный из центральных защитников СКА. Сегодня вот так по расстановке. Нет положения вне игры. Будет ли удар? Трощенков. Не прошла передача на Григорьева. Сорокин ставит корпус. А также полевые футболисты Ян Шанин, Ярослав Денисов. Роман Изось. Наумов пытался вернуть ему мяч. Астемир Хашкулов. В окружении сразу трех игроков. Не получилось. Вперед. Стараются
выходить из обороны через пас. И хороший темп. Да, особо моментов мы пока не видим. Главный тренер Сахалина Олег Иванович Кокарев. И другой команды. Пока что футболисты вкатываются в первый официальный матч в новом году после учебно-тренировочного сбора. А что касается турнирной таблицы, пятерку, у которого 16 очков в копилке, ну, соответственно, и у двойки Арсенала, и у Коломны, и у Кванта будет матч в запасе. Неудачно приземлился, по всей видимости. Смотрим еще раз. Масимов. Лахвердов убивает прямо на Масимова. Удивительно, но не было положения вне игры. Не успели выйти игроки Сахалина. В частности, игрок на ближний штанг. Да, многовато фолят на старте матча игроки одной и другой команды. Это в первую очередь, наверное, говорит о том, что очень мотивированы и настроены. И Химки, и Сахалин на эту встречу. Всем все-таки хочется возобновить сезон, да, и начать новый календарный год на положительной ноте. Хороший трюк. Ну, а также Дулаев выходил на 10 минут против Сочи в 17-м туре. Ух ты! Вот он как раз-таки сейчас бил. Вот Масимов. А, это Слободян, прошу прощения. Именно он отдавал передачу, проникающую на Ахмаева. Стоит Малхин. Один, второй раз выиграл вверх. Сорокин. Снова он с мячом. Неплохо. И вот сюда налево. Дальше назад. Снова Андрей Сорокин. Андрей Сорокин пошел главный диспетчер. Атак Сахалина. Как здорово сыграно. И Гаврилка подключился к атаке. Мяч получил Сергей. На Газоне оказывается один из самых активных игроков нападения. Сахалина. Георгий Журавлев быстро штрафной Сахалин разыграл, пытается провести атаку по левому флангу. Очень плотная оборона Зенита. Зенит обороняется низким блоком. Неплохо разыграно. Дальше и Олег Кукарев остался доволен результатом. Даже, опять же, учитывая, что Сахалин по ходу матча вел. Но мне бы хотелось отметить он мяч обработал, развернулся. Ушел под левую ногу, да, немножко промедлил, как показалось в динамике. Но все равно исхитрился и пробил. И Алексей Балаган выручил свою команду. Великолепно сыграл голкипер пензенского «Зенита». И снова мяч Игорю Маслову. Маслов. Снова заброс, да, Сахалин много стал играть длинными передачами. И снова Яковлев. Яковлев скинул, здорово. И нужен удар. Передача второй темп. Удар из Осимова как раз таки. Мяч ворота. Иван Яковлев. Да. И снова опасно. Прострельная передача с правого фланга. Забивай не хочу. И здесь момент. Еще один. Передача вдоль штрафной. Мяч штрафной. Кто пробьет? Не было офсайда. Низом. Ну что, свисток арбитра. Подача на дальнюю штангу. Мяч летит. Куда летит? Ворота. Гол. 1-0. Сахалин забивает. Мы дождались. Мы увидели. Разумеется, одной из главных является личная встреча соперников между собой. Ведь знамя за 4 официальных встречи не проиграл Сахалину ни одного осознанно. Ну и так. Нисколько не меняется сама структурная формация, как я могу судить. Опять же, дорогие друзья, повторюсь, это мое субъективное мнение. Как высоко тут же, это может быть опасно, кстати говоря. Обратите внимание, контрнаступательная акция. Устоял на ногах. И вот такая передача. Далее лонгируется, подхватывает футбольный снаряд. Далее. Это может быть опасно. Сейчас что-то потенциально опасное будет, но нет.
Ну и же справа будет очередная подача, что штрафная площадь. А может быть и домашняя заготовка. Но что же, знамя-то с духом совершенно точно воспряло, но не сейчас. Не сейчас мяч выбивается головой из потенциально опасной зоны. Нужно идти вперед. Да, нужно идти вперед. И удачно будет эта замена. Насколько удачно будет именно такие кадры перестановки в составе Сахалина в исполнении Олега Ивановича Кокарева. Так что да, дорогие южносахалинцы, нужно спасать этот матч. Времени все меньше и меньше. Булатников, неплохо с Сорокиным что-то придумал. Фантомных призраков, но все это привело к опаснейшему удару поворотом. И здорово. Здорово сыграл Юнусов. Оставляет для своей команды шансы. И оставляет свой коллектив в игре. Пяткой здорово играет Сорокин. На коротке очень неплохо между собой коммуницирует футболистов в центральном круге в черных корпоративных. Включаемся в игру. Много, конечно же, замен. Все эти замены исключительно позиционные. Где-то, конечно, они акцентированы в атаку. Где-то они, конечно же, акцентированы ближе в оборону. Но вот именно по моим сейчас таким впечатлениям, по моему зрительному экспириенсу, я бы сказал, что все-таки. А вот опасно мне обратить внимание. Сейчас, может быть, уже тут же Егор Чу входит в игру. Сорокин, прекращающий передач.